Эй, малай, суға барасың, малай. Суға барам, малай, тәмі суға. Менде тәмі су алып қайтығы. Уже который раз за родниковой водой жительницы деревни Азимово Курлибаш ходят как в молодости, с ведрами и коромыслами. Все потому, что вода в их родниках, как раньше, холодная и прозрачная. Когда молодые были, вот все время сюда приезжали, таскали. Вообще, это уникальное место. Здесь из земли бьют сразу 4 родника. Конкретно этот носит имя Исламеддина, жителя села, который полвека назад первым нашел это природное богатство. Веками родники в их селе были единственным источником чистой воды. Но много лет спустя, когда в село пришел водопровод, про них словно забыли. А 5 лет назад сюда уже нельзя было не только подступить, но и просто увидеть их из-за бурьяна. Тогда за дело по подсказке брата и взялся сварщик Марат Салимулин. Подошел, да, это сделаем. А то, говорит, ну, высыхают родники. Вот, я, говорит, сам финансирую, давай. Я не отказался, и сделали. Сначала мужчина облагородил один родник, потом второй. Он прочищал все засоренные участки, прокладывал новые трубы. И так побежала кристально чистая вода. А, вода как в детстве. Марат Салимулин дал себе слово восстанавливать по одному такому ключу каждую уразу. Первым был родник Исламеддин, потом еще один, затем Суоксу. Односельчане благодарны ему за это, за эту работу. Да. Благое дело это. Пример оказался заразительным, и за восстановление родников взялись и в соседних деревнях. Например, в Старом Козеево облагородили ключ Шарлама. Что дано природой, все для народа. Из Казани даже увозят, из Камскустил самого. Мы счастливы, вот. Конечно, рады. И все помнят, с чего все началось. С родника Исламеддин, который вручную восстановил простой житель села. И кристальной воды стало не просто больше, теперь она кажется и вкуснее, чем была раньше. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Камско-Устинский район. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ.ру сайтында қорап болады.